Я даже попробую в закадре записать, может быть. Это, знаешь, такой тет-а-тет, такой дуэль такая. Ты иначе не назовешь. Так как бы вы так жахнуть? Топоровая, где у меня опрокинутая была? Они же где-то были. Нет, закончились, жаль. Что ж с вами делать, сударь? Неплохо. Ты видишь? Угу, да, смотрю. Офигеть. Прикол! Вот это лук, вот это я понимаю. Черт, он мечется. Ой-ой-ой, напугал. Ловите. Ничего себе. Ну, я отвалю немножко. Только не лечись, чувак. А, не будешь, отлично. Умирай. И еще разок? Нет, не получается, жалько. Ну ладно, я вот так сделаю. Черт, он лечится этим ссаным огнем? Сейчас я, короче, психану и заморожу его. Может быть. А почему бы и нет? Нам срочно нужно что-то обсудить. Просто вот прям... срочно. Да, Жора тоже такой. Что такое? Где я? Я хочу. Откуда мне опыт пришел? Что вы делаете, женщина? Да. Слушай, смотри, с лучниками один на один я просто вообще жарю. Угу. Так, я у этой самой пирамиды на рынке. Идем. Газуй, газуй, бежим, быстрее, быстрее! Бежим, бежим! Слушай, а их вот так вот по одному можно как-нибудь выцепить? Слушай. Я, кстати, сейчас там... там сколько примерно? Трое я видела, как минимум. Рынок, скорей. Я бегу тебе навстречу. Лови меня. А, вот ты где. И где же тебя носила всю последнюю драку? Подозрительно это. Усипуси, неужели тебе пришлось вспомнить заклинание? Мамочка, спрячь меня под юбку. Оставь это притворство, я вот, например, никогда тебя не оставлю. На меня всегда можно положиться. Ой-ой-ой. И чё, ничего не добавили? Пойдем, пойдем, пойдем. Но они ничего не сказали, по крайней мере. Не, надо посмотреть, может, отношение поменялось. У меня по-прежнему к тебе 25. А у меня по-прежнему к тебе 15. Ладно. Ух, ну это было круто. Пойду попробую еще. Так, я иду. Меня вроде никто не бьет. Господи, сколько их там. Они ходят прямо, знаешь, вот реально, где лава. Их, мне кажется, проще обойти, чем убивать. Mm-hmm. То есть их вообще нереально как-то зацепить. Мне так кажется. Либо... Ой, аж сохранили меня. Так, ты смотри там. Не вляпайся. Ой-ой. Тихо, кто меня заметил? Ничего не знаю. Да кто меня видит? Отвалите. Я так иду забавно. Так, как-то нужно так пройти. Ой, опа, пара. Я рискую подгореть. И куда я попаду? О, я попаду как раз к этой женщинке. Только не гори, Дизип, ты, пожалуйста. Ой, молодец какая. Я пришла к этой женщине убитой. Ой, меня увидели. Ой, ёшкин свет, сколько вас. Трое. Жаль. Ладно. Может быть, у меня получится. А может быть и нет. Один. А как бы их трое, но меня видит один, он как бы ближе всего. Отдыхай. О, здравствуйте, сударь. Ну это не лучник, это. Офигеть, жирный. Вам пора валить отсюда. Предлагаю сразу загрузить. Не-не-не, подожди, мне просто интересно даже, во что это выльется. Это же интересно. Ты чё? Все равно ты за кадре. Тебе не интересно понаблюдать? Да, смотрю как раз. Так, блин, как бы так навестись-то? И я пошла. Ой. Я еще покоцанная с таганца. Ой, смотри, лечится. Сейчас эти... Я буду, короче... Ага, хрен я буду. Ух, больно. Ух, ни хрена ж себе.
Блин, был бы он один, было бы вообще... Точнее, не было бы вообще проблем. Знаешь, чем делать? Так, ладно. Не хотите по-хорошему, будем по-плохому. Картопля. И немножечко отвалить. Да, это не будешь подбегать. Надо его оглушить, блин, быстрее. Челлендж! Так, ладно. Так, не шевелитесь, сударь. Я пошло. Ой, не бей меня! Не надо. Ой, ой, повезло. О, стрелы. Разрывные стрелы. Тварь! Не бей меня! Хоть тебе бы не хватило, отлично. Я, кстати, очень далеко могу от них убежать. А, кстати, да, у тебя любого... У тебя же хода все равно больше. А он меня жахнет, если я попытаюсь. Чертов урод. Ладно. Стой на месте. Что это такое? Ой, господи. За что вообще? Как они меня увидели? Я так хорошо шла. Я так хорошо шла. Здесь, знаете ли, разрывными стрелами их жахну. Им сильно больно будет. Чё-то он вылечился. Ну это было... Ладно, грузи, короче, это бесполезно. Но это было красиво.